Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем семинаре. Коротко расскажу о программе. То есть сейчас наш технический специалист из Израиля расскажет нам мировой опыт технологии выращивания бессемянного арбуза, в том числе арбуза привычного для нас диплоидного. Также коснемся частично дыни. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, не откладывайте их на конец презентации. Можете сразу задавать, чтобы у нас была живая беседа. Вот, после этого, коротко, буквально 10-15 минут мы пройдем экскурсом по продукции, которая у нас есть. Вы с ней уже частично ознакомились. Ну, есть небольшая презентация там, уже по таким по вегетационному периоду, по особенностям каждого гибрида мы тоже с вами коротко пройдемся. Потом у нас брейк будет, перерыв. Вот. И кого будет желание, самые стойкие останутся еще. У нас импровизированный здесь обед будет, так что вот в таком русле будем продолжать. Я Дима, передаю слово. Дима, извиняюсь. А вот можно, чтобы в процессе... Я тут взял пару образцов с поля экстази. Может быть, коллега в процессе доклада укажет на ошибки. Думаю, мы дойдем к параметру опыления. Я как раз Джорджу скажу об этом. Вот, и мы затронем этот вопрос обязательно, потому что ну, он как бы очень важный. Мы наблюдали, кстати, это явление в нескольких местах уже. Вот. Джордж будет говорить на английском, я попытаюсь переводить для вас. Вот, так что, Джордж, please. Thank you. Thank you for coming and sharing our open field day. And I want to begin with, not with my presentation, but what I see when I entered here. Спасибо большое, что вы приехали сюда, посетили наш семинар. И вначале я хотел бы, начать нашу презентацию не с самой технологии выращивания, а с того, что он увидел, когда приехал в Украину. When you enter here, you can see that there is no beds that you prepare in order to have more aeration. Когда я приехал сюда, вот что я не увидел, вот, то, что есть в мировом опыте, это гряды, которые помогают сохранить влагу поля. For that the plant it is weak, and for that there is no uniformity of the fruits. Some of them are small, some bigger, and some are more bigger. Если мы не делаем гряды, что мы теряем? Мы можем не добирать по урожайности, мы можем не добирать по однородности плодов. Please take it with your can and you will see immediately. Пожалуйста, возьмите это на заметку, и в презентации мы коснемся этого вопроса более детально. First of all, what we need from our soil in order to have very, very successfully growth? It is rich with organic manure. Of course, we need it if it is possible. In there's some cases there is no possibility to have. It's okay. We will compensate with NPK from out. Во-первых, конечно, что нам нужно перед началом сезона, имеется в виду для подготовки поля. Конечно, в первую очередь это необходимо внесение органического удобрения. Ну, конечно, если у нас нет возможности это сделать, мы в последующем можем компенсировать это внесением НПК в определенных нормах. Ну, конечно, если есть возможность внесения органики, то это очень большой плюс. You have also a problem with the weeds here. And it is problematic in your conditions, not in ours, but it's okay. We can reach it. But also we need rotation between the crops minimum 4 to 5 years in order to avoid the soil-borne diseases. Также очень важный момент, которого мы очень часто не придерживаемся, это севооборот. Для того, чтобы минимизировать эффекты почвенных заболеваний, из которых самый главный это фузариоз, конечно, севооборот должен составлять хотя бы 4 года. Okay. Sorry, you can't see here what I am seeing in the computer, how to prepare the organic manure free from diseases. It's easy to do that, and there is many companies even they are preparing this manure and selling for to the growers. Прошу прощения, что вы не можете видеть четко эти фотографии на экране. Вот тут
коротко изображен процесс, как происходит подготовка органики перед внесением в Израиле. Там есть специализированные компании, которые занимаются исключительно подготовкой органики, и потом она уже поступает на продажу в рынок. What we need it is 50, 70 to 100 cubic meters of organic manure and also 500 KCl, 1.5 of superphosphate. It just has to be filled and explode for 25 centimeters in the depth of the soil. Базовое внесение удобрений это приблизительно 70-100 кубов. Органического вещества. Почему подается информация в кубах? Потому что весе немножко сложнее, будет варьировать очень сильно вес влажный или менее влажная органика, поэтому дается в объеме. То есть рекомендуется 70-100 кубов органики в основное внесение, плюс к этому около 500 кг калийного удобрения. Ну, Джордж дает в форме калий-хлора. Вот, и также 1,5 тонны суперфосфата. The beginning of the season must be with vigorous plant, with rich soil, and then it is easy to reach good yield. В начале сезона мы должны обеспечить, чтобы растение было мощным. Вот, потому что если растение изначально будет мощным, мы сможем получить хороший урожай. Вот если придерживаться подобных рекомендаций, в этом случае можно получить мощный старт для растения. In any case, after we are preparing, we are adding the organic manure NPK together, we need to prepare the beds. Beds, it must, because do you know what happened? When you are irrigating with flat soil, you have too much water, H2O, it return back to H2S. H2S, it is the ethylene. The ethylene, it is that comes and preparing the fruit for mature. It is not so good. It is bad even. Но опять же таки, после того, как мы внесли необходимые нормы удобрений, обязательно нужно подготовить гряды. Почему это нужно делать? Если мы делаем посадку либо посев на ровную поверхность, у нас в верхнем шаре почвы слишком много воды. То есть вода это, ну, H2O все знают из курса химии. Если ее слишком много в верхнем шаре, она вступает в реакцию и переходит, образовывается большое количество этилена. Но я думаю, многие из вас знают, что этилен это как раз гормон, который отвечает за старение. Вот мы, получается, сами себе делаем, что наши растения преждевременно стареют и умирают до того момента, когда они входят в фазу вегетации плодоношения. After preparing the beds, of course, we need the lines to spread the lines of the drips and then to cover and with the mulch, plastic mulch. Plastic mulch, it depends which color you want. Is it clear? Is it yellow or is it a black one? Because in each season we need another one. You are right, you are using in the early season the clear one because it is easy to get the sunshine and easy to heat it. Ну, конечно, дальше уже стандартные операции. После того, как мы подготовили гряды, мы укладываем ленту капельного орошения и непосредственно мульчирующую пленку. Какие они рекомендуют цвета мульчирующей пленки? То есть она может быть то, что мы используем обычно, прозрачная, либо белая, либо желтая. В зависимости от сезона мы можем менять их, то есть каждый сезон может быть разный. Вот, у всех этих трех видов пленки есть свои преимущества и свои недостатки. Но то, что Джордж отметил, что мы очень правильно делаем, когда в ранний сезон мы используем именно прозрачную мульчирующую пленку. Потому что тот, кто выращивает летом, в жаркий сезон, тогда уже, конечно, предпочтение стоит отдавать именно черной пленке. Высота гряды. Высота гряды какая, да. Вот это самое важное. Height of the bed. 20-25 сантиметров. 20-25. It's easy. It's easy. Don't be worried. Believe me, it's easy. It's too easy to do it. Еще раз вопрос.
вот пленка как юбка, ну, да. Мульчика сделать, как, мульчу как мульчу сделать, вот, чтобы вот так, а пленка мульчеукладывателем. Поменять мульчеукладыватель. The cover has it to be on the if this the bed. The cover has to be between 90 or 110 centimeters from up, not all the bed. Not all the bed. You don't need to cover all the bed. You mean if it is 1 meter, the plastic can be only 80 centimeters? If it's not 1 meter, it is 2 meters, it is 1.6 from up. Это вся мульча, я дам меньше, Дим. По-моему. How to cover? It is 110 centimeters. It's drum. From up, it's not. It hasn't to be from the. Мне кажется, немножко не поняли вопроса. Ну, я так понимаю, если сама гряда, да, ну, то есть она укрывается пленкой, ну, обычно как пленка укладчиком это делают. We're doing ну, как обычно, с боку засыпается. There is a machine. Минимальная высота, а минимальная какая? What is the minimum height? 15. Хотя бы 15. 15 сантиметров. Окей. 15 сантиметров. It's not the problem. Slowly, slowly you will learn to do it. We are doing it without any problem if you had the machinery. Он говорит, шаг за шагом вы научитесь, как это делать, потому что в Израиле 100% вообще выращивается именно таким способом. Дима, а вот разрыв между внесением органики и созданием гряд какой? Ну, органика, она дается в основную обработку осенью и вообще даже в течение 3 дней, а лучше в тот же день внесения, надо ее заделать, потому что она будет пересыхать. Ну, заделали. А вот как же ты говорил? Про эти ленты говорил. When to prepare the beds? For example, we apply manure from autumn and prepare the autumn. On the autumn, of course. The bed also in the autumn? The beds you have to be... It's impossible to be... If you are transplanting at May, at May, yes? Yes. It is impossible to prepare the beds at April. So we prepare a year before. We prepare the beds in autumn. The beds in the autumn, and then you are spraying just to kill the weeds. Okay, and then in herbicides. Before transplanting, we put the strip and plastic. Before transplanting the beds. Гряды подготавливаются тоже с осени, потому что не всегда есть возможность перед высадкой зайти в поле, вот, поэтому они делают гряды с осени, и уже весной мы делаем только обработки с гербицидами сплошного действия, чтобы уничтожить сорняки, и непосредственно перед высадкой укладывается лента капельная. То есть не культивируют даже? Нет, если гряды делаются с осени, то весной только гербициды сплошного действия. Ну, глифосат, в основном глифосат. Глифосатная группа, да? Mostly. Mostly you are using non-grafted seedling, okay? But in Israel, because we haven't enough soil, space, we can't remove from here to other place. We are using grafted. In your conditions, I don't think that you need. If you have the rotation of 4 years, 3 to 4 to 5 years, it's okay. В Израиле 100% арбуза выращивается на подщепе. Ну почему у них очень остро стоит этот вопрос? Мало земли и практически ну, нет возможности делать севооборот. Поэтому вопрос почвенных заболеваний стоит очень остро. И подщепа является единственным способом уйти от почвенных заболеваний. В наших условиях, так как у нас больше земли и в случае фермер имеет возможность делать севооборот, возможно, подщепа и не обязательно. Но если мы выращиваем... Прививка. Да, подщепа, прививка. Да. Если мы выращиваем из года в год, то, конечно, подщепа поможет избавиться от фузариоза. Many advantages of the grafted seedlings. It is more vigorous. And it is the roots are entering very deeply in the soil, and it is more resistant to fusarium, and the distances it is bigger, but the prices and the cost it is higher.
очень много преимуществ использования прививки. То есть, во-первых, у нас более мощная корневая система, она идет глубже в почву. Растение само себя обеспечивает питательными веществами и водой, соответственно, вегетативная масса более мощная. То есть в этом случае мы получаем ряд преимуществ. Плюс еще уменьшается норма высева на гектар. То есть там значительно идет уменьшение, вплоть до в два раза меньше. Да, мы дальше будем об этом говорить. Недостаток, возможно, существенный, это прививки, увеличение себестоимости. Да, исключительно рассадник. Okay, I want to explain a little bit because you don't see about anything here, sorry. Yeah, I'm explaining what I can in this case. In big seedless, in big watermelon, we are transplanting one per hole. But in mini seedless, as the ecstasy, we are transplanting two plants at the same hole in the nursery. It's just for less expensive in this case. Just when we go according to the presentation, you will. Okay. Ну, несколько слов, так как мы понимаем, немножко плохо видно на экране, больше будем пытаться таким образом объяснить словесно. Значит, в крупных, крупноплодных и среднеплодных арбузах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.